Один за всех и все за одного, так говорят французские мушкетеры. А один для всех и все для одного, так говорят итальянские инженеры. Всем привет, я Вадим, и сегодня мы поговорим об аккумуляторной технике Олеомаг с единым стандартом аккумуляторов. За счет удобства эксплуатации, отсутствия вредных выхлопов и тишины в работе, аккумуляторная техника становится все более популярной у потребителей. А сегодня у нас на обзоре топовая модель среди аккумуляторных газонокосилок Олеомаг, модель GI48T. Данная газонокосилка уже является другого класса, она является комплектацией 3 в 1, то есть она имеет возможность сбора травы в травосборник, имеет боковой выброс и имеет мульчирующую заглушку для мульчирования газона. Рабочая ширина данной газонокосилки 46 см. Здесь стоит бесщеточный электродвигатель, и высота кошения регулируется в 5 положениях от 28 до 75 мм. Колеса на этой модели большего диаметра. Они все снабжены подшипниками. Как видите, задние опорные колеса еще более крупные, чем на всех предыдущих моделях. Травосборник здесь имеет объем 70 литров. Он пластиково-тканный и снабжен клапаном заполнения. Вес данной газонокосилки без аккумуляторов составляет 27 кг. Но важно помнить, что данная модель является самоходной, то есть вам не надо ее будет толкать. Поскольку данная газонокосилка является самой мощной из всей линейки Олеомаг, здесь устанавливается только один формат аккумуляторов 5 Ач. И для этих аккумуляторов есть два вида зарядки. Первый — это стандартный, который, к примеру, вот такой аккумулятор 5 Ач зарядит за 220 минут. И усиленная зарядка, которая зарядит такой же аккумулятор, всего за 70 минут. Данная газонокосилка существует в двух вариантах. Первая — это самоходная модель GI48T и не самоходная модель GI48P. Мы рекомендуем использовать данные газонокосилки на территориях с общей площадью кошения до 10 соток. Перед началом работы регулируем ручку под рост оператора и выставляем высоту деки. Благодаря большим колесам и самоходному приводу данная газонокосилка имеет отличную маневренность даже на участках со сложным рельефом. Помимо превосходных технических качеств, вся техника Олеомаг обладает современным стильным дизайном. Вот такая интересная модель аккумуляторной газонокосилки Олеомаг у нас была на обзоре. Если она вам понравилась, вы можете приобрести как ее, перейдя по ссылке в описании, и как весь прочий ассортимент аккумуляторной техники Олеомаг на наших сайтах или у наших дилеров по всей территории России, или вы можете посетить наш дилерский центр, расположенный по адресу Московская область, Ленинградское шоссе, Владимир 29Г. С вами был Вадим, удачных вам сезонов, пока!